Друзья, с вами Алекс Борн и проект GuitarOnline.ru. Сегодня мы разберем прекрасную классическую балладу группы Led Zeppelin, которая называется Stairway to Heaven. Композиция начинается с обыгрывания аккорда М в пятой позиции. Весь аккорд АМ с барре зажимать не обязательно. Барре достаточно поставить с первой по четвертую струны. Но мне удобнее зажимать его целиком. Зажимаем барре на пятом ладу указательным пальцем. Безымянным пальцем зажимаем седьмой лад на четвертой струне. Это у нас будет первый аккорд. И играем перебор 4-3-2-1. Далее убираем безымянный палец и зажимаем на этой же четвертой струне шестой лад при помощи среднего пальца. При этом на первой струне одновременно зажимаем седьмой лад. Я седьмой лад на первой струне зажимаю мизинцем, но если вы зажимаете неполный вариант барре с первого по четвертой лады, то, возможно, вам будет удобнее это сделать безымянным пальцем. Итак, зажали эту форму аккорда и играем следующий перебор. Сначала четвертый и первый одновременно, затем вторая струна, потом третья, потом первая. Далее идет следующая форма аккорда. Убираем средний палец, а мизинец переставляем на восьмой лад первой струны. И играем точно такой же перебор, который играли перед этим. Четвертая, первая одновременно. Затем вторая струна, третья и первая. Четвертая вместе, вторая, третья, первая. А теперь давайте объединим все эти три фрагмента и сыграем вступление с самого начала в медленном темпе. Еще раз. Перейдем к следующему фрагменту. Далее идет обыгрывание аккорда D дробь FDS. Для него также потребуется барре, но в принципе этого можно избежать, взяв обычный аккорд D. Но в этом случае вы несколько потеряете звучание. Поэтому я рекомендую все-таки не бояться этого приема и освоить первый вариант. Итак, зажимаем барре на втором ладу. Далее зажимаем безымянным пальцем четвертый лад на четвертой струне. Средним пальцем третий лад на второй струне. Барре здесь необходимо прижать только на первой струне и третьей струне и проследить за их звучанием именно здесь. Как они звучат на остальных струнах, нам фактически не важно, потому что мы зажимаем их другими пальцами. После того, как зажали этот аккорд, играем точно такой же перебор, как в предыдущих фрагментах. Четвертая и первая одновременно, потом вторая, потом третья, потом первая. Далее идет F M большой 7. Так обозначается большой мажорный
септаккорд F. Но несмотря на сложное название, он берется элементарно. На первой струне мы ничего не зажимаем. На второй струне мы зажимаем указательным пальцем первый лад. На третьей струне средним пальцем второй лад. И на четвертой струне безымянным пальцем третий лад. Здесь мы играем такой перебор. Для удобства восприятия я разделил его на три фрагмента. Первый фрагмент уже нам знаком. Четвертая и первая струна одновременно. Второй фрагмент. Вторая. Третья. Вторая. И третий фрагмент. Первая, вторая, третья. Еще раз. Четвертая и первая вместе. Потом два, три, два. И потом один, два, три. Далее идет совсем просто. Зажимаем аккорд ЕМ и играем струны. Пятую, третью и вторую. Их надо дернуть одновременно, один раз. Далее зажимаем аккорд АМ и дергаем те же самые струны еще два раза. После этого идет переход, который играется на пятой струне. Сначала дергаем открытую пятую струну, потом делаем слайд на восьмой лад. Это будет слайд из ниоткуда, то есть он не имеет какой-то четкой точки начала. Его можно делать от третьего лада, можно от пятого. Главное, чтобы его звучание нигде не акцентировалось, кроме восьмого лада. Итак, открытая пятая, потом слайд из ниоткуда на восьмой лад. И потом играем седьмой лад. Ну а далее играем начальный фрагмент еще раз. Давайте объединим все эти фрагменты и сыграем все с самого начала в медленном темпе. Итак, друзья, на сегодня это все. Продолжение пока под вопросом, поэтому если вам понравился этот видеоразбор, и вы также любите классический рок, как люблю его я, то поддержите это видео, оставьте свои комментарии. Это поможет мне понять, насколько для вас актуальна эта тема. С вами был Алекс Борн и проект guitaronline.ru. До новых встреч!